землю с высоты. Их жизнь окружена глубокой тайной, хотя они открыты и просты. Глаза таких божественных посланцев всегда печальны и верны мечте. И в хаосе проблем их души вечно светят тем мирам, что заблудились в темноте. Ходят, выполнив задание, их отзывают высшие миры, неведомые нашему сознанию по правилам космической игры. Они уходят, не допев куплета, когда в их честь оркестр целители уставших наших дом. В лесах их песни птицы допивают, поля для них венки, цветы совьют. Одни уходят вдаль, но никогда не умирают, и в песнях, и в стихах своих живут. А может быть, сегодня или завтра внезапно поэт и композитор.